Всем привет! Вот и настал тот день, которого мы все так с нетерпением ждали. В магазине «Оригиналом нет» стартовали продажи домашней модели МФУ 3 в 1 Epson Expression Home XP3100. Напомню, что именно с XP3100 можно сказать начинается новое летоисчисление линейки Expression Home. Совершенно новый дизайн, новые правила нумерации моделей. Что еще нового? Давайте вместе заглянем под капот. Внутри проверенная технология микропьезо с четырехцветной палитрой печати. Максимальное разрешение печати 5760 на 1440 точек на дюйм с минимальным размером капли 3 пикалитра. Что касается скорости печати, то производитель слегка подтянул характеристики. В монохромном режиме выдает 10 отпечатков в минуту, а в цвете 5 по международному стандарту. Фото 10x15 печатает за 42 секунды в стандартном режиме. Есть печать без полей. Также появилась функция автоматической двусторонней печати впервые в домашней линейке. Максимальная поддерживаемая плотность печатных носителей 256 граммов на квадратный метр. Но с учетом того, что это модель для домашнего пользования, мы рекомендуем плотность 180 граммов на квадратный метр. Максимальный формат А4. Лоток загрузки расположен сверху, вмещает до 100 листов обычной плотности или 20 листиков фотоносителей. Кстати, теперь малые форматы фиксируются ровно посередине лотка, что отразилось на более ровном захвате. Печатает по USB, Wi-Fi и Wi-Fi Direct. Обратите внимание, что кабель вам нужно будет докупить отдельно, ведь в комплекте поставки он не предусмотрен. Настроить Wi-Fi и Wi-Fi Direct поможет удобно жидкокристаллический дисплей диагональю 3,7 см. Кстати, все панели управления невероятно приятно пользоваться. Большую роль в этом играют кнопки, которые хоть и выглядят как сенсорные, но являются все-таки обычными, хотя с усовершенствованным дизайном. Печать напрямую со смартфонов также поддерживается. Apple Air Print, Google Cloud Print и Epson Connect. Вы можете установить приложение Epson iPrint и печатать фотографии прямо с памяти смартфона. Что касается сканера, то здесь оптическое разрешение 1200 на 2400 dpi. В принципе, все как обычно, но производитель поработал над дизайном крышки сканера. Красиво и практично, никаких отпечатков. Как видим, Epson максимально сконцентрировался на внешности новой линейки и добавил пару приятных плюшек в виде автоматического дуплекса. А чтобы вы наслаждались экономной печатью, «Оригиналом нет» выпустил бесчиповую прошивку. Новая модель хит-принтера этого года с BSNPC уже доступна в наших магазинах. На этом обзор буду заканчивать. Подписывайтесь на наш канал и заходите на «Оригиналом нет». Мы точно знаем, какой принтер подходит именно вам. До встречи!